спросили. К сожалению, при всем моем желании за этот прошедший год правления Владимира Владимировича Путина положительного я практически ничего не вижу. Хотя вот в этом отрицательном, которого гораздо больше, я вижу положительно в том смысле, что общество проснулось, или часть его, оно стало более энергичным, честным, открытым и стало говорить то, что думает в интернет-пространстве и на улицах. Но, к моему ужасу, в противовес, вместо того, чтобы услышали что-то рациональное, что говорит общество, в ответ выдвигали все новые и новые абсурдные, совершенно идиотские законы. Аресты, законы, связанные с запретом усыновления детей в Соединенных Штатах, ну и так далее, и так далее. Во всем этом абсолютно огромное количество отрицательного. Вот как-то так.